А в Белгороде выбрали градоначальника. Восьмым мэром официально стал Валентин Демидов. Результаты конкурса озвучили на внеочередной сессии горсовета. Его кандидатуру поддержали 33 депутата из 36 присутствующих. Два бюллетеня признали недействительными. Свои программы социально-экономического развития города на заседании также представили еще два кандидата – Евгений Сашенко и Владимир Бывшев. Напомним, что к исполнению обязанностей сити-менеджера Валентин Демидов приступил в конце октября прошлого года, когда предыдущий мэр Антон Иванов ушел в отставку по собственному желанию. Сегодня же народные избранники узаконили в должности главы администрации города его преемника. Теперь уже официальный руководитель областного центра пришел в команду мэрии из регионального правительства, где был советником губернатора. Также у Валентина Демидова есть серьезный опыт руководства муниципалитетом. В должность он вступает с большими планами. Безусловно, для меня это большая честь, большая ответственность, сегодняшнее решение городского совета. Уверен, что смогу оправдать это доверие своими действиями, своей работой. Белгород – это развивающийся, динамичный, благоустроенный, комфортный город. Здесь должно быть все только самое лучшее. Поэтому я уверен, что совместно с депутатским корпусом, администрацией, при поддержке правительства нам удастся добиться всех целей необходимых и сделать город еще более комфортным, более современным, безопасным, самым лучшим городом в нашей стране. От имени главы региона нового мэра Белгорода с официальным назначением поздравила заместитель губернатора по внутренней политике. Ольга Медведева отметила, озвученные градоначальником векторы развития сочетаются с приоритетами, обозначенными как на региональном, так и на федеральном уровнях. Решение этих задач, связанных с благоустройством, с развитием системы образования, с формированием экономического потенциала города Белгорода, возможно, только в тесном взаимодействии с жителями города. Очень важно, чтобы вы слышали жителей города, работали на благо города и проблемы каждого жителя воспринимали как свои личные проблемы, которые необходимо решать, используя те ресурсы, которые есть в руках. Искренне желаю, чтобы те проекты, которые вы заявили в своей программе, были качественными, реализовано на территории города Белгорода, и чтобы вы могли ими гордиться.